Поля, я давно слежу за твоими, значит, творческими успехами. Мне очень нравится, что ты с молодых лет, вот, ну, под руководством, естественно, дедушки Сережи, вот, углубляешься вот такую исторические, краеведческие, значит, проблемы, военно-патриотические, героико-патриотические. Значит, это в жизни пригодится. Вот я, допустим, в школе, когда учился, нам ничего абсолютно не рассказывали про переселенцев, которые приехали в Ставропольскую губернию. И я об этом узнал только, когда мне уже было лет 45-50. А если бы я знал раньше эти все проблемы, я бы и в Свердловске, когда служил, мог бы, значит, там в краеведческом музее ихнем пообщаться, посмотреть. И в Москве была большая, 3 года в академии учился, можно было, значит, там походить по этим всем столичным. Поэтому то, что ты делаешь, это очень хорошее, значит, дело. Я желаю тебе, значит, идти к своей цели, не сворачивая. У тебя вот дедушка такой знаменитый. Значит, все, что он написал, все эти бумажки не вздумай пожечь. И они потом тебе пригодятся. Будешь сверять с этими бумажками свои взгляды через 20, 30, 40 лет. Поняла, да? Давай слово, что ты дедушкины все дела доведешь до конца. Даю слово, что доведу все дела до конца. И еще вперед продвинешься. Да? Ну да. Ну, молодечек, на, держи. Так. И вот свою книгу я дарю, пожалуйста, тебе. Спасибо.